Всем привет! Сегодня ветрено, поэтому извиняюсь за шум. Сегодня привез Powerbox. Буду тестировать на насосе. Сейчас надо полить. Всех с Яней Пяевым или же Ивану Купала, кто как называет этот праздник, с началом астрономического лета. Все так ждали, все так надеялись. Так что вчера страна у нас праздновала. Мы тоже немножко попраздновали. Ну а теперь немножко надо поработать. Водичка качает. Такая переменная облачность. Вон моя панелька. Сегодня пока одну. Так, поставил, у меня кабеля мало. Вот. И вот полевые условия. Что надо показывать? Так, 12,2. Зарядка идет. Стабильно. Здесь 11,8 и 220. Ой, так. По ваттметру. Вот как-то так. Кабель. Так, фокус. Ой. Ауч, комары. Ну что, работает? В общем-то. Этот надо. В общем, последнее то, что я переделал, это я сделал для быстрого залива. Здесь откручивается, большая часть воды сразу можно залить. А потом уже через этот кран здесь перекрыть, здесь открыть, там пробку открыть. И можно уже тогда выпускать воздух. Так, что у нас тут? Не уронить бы телефон. О. Так, ну вот. Не жужжит так сильно. Работает. Не горячий. Но я его только включил, потому что поэтому пока еще не знаю. Ну, здесь тоже все, в общем-то, неплохо. Так что так вот. Итак, прошел час работы. Час показывает 11,7 вольт. Да, разряжается. Панелька стоит здесь. К сожалению, тут деревья, солнце. Немножко не хватает у меня проводов. Сейчас передвинуть тоже сложно. Так. Здесь показывает 11,3. 200. Так. Что здесь? 2,5 ампера. 11 вольт. 28. 30 ватт. Насос работает уже час. Здесь вот только чуть-чуть горяченький, а так нет. Надо посмотреть здесь. От бензинового генератора он тоже там немножко грелся. Может быть, потому что в бензиновом генераторе, что здесь не совсем чистый синус, немножко скачет, поэтому трудно сказать. Но пока что все работает. Да. Кабеля. Отсюда теплый воздух дует. Сам он абсолютно холодный.
Здесь, в общем-то, кабеля тоже холодные. Ну, пока что все работает. Субботние выходные заканчиваются. Собираемся домой. Покосил здесь травку. А то было все заросшее. Покосил здесь, во дворе. Мухи, слепни, оводы, в общем, всякие твари липнут жутко. Попробовал, все-таки испытал наконец-то насос, как вы уже видели, с помощью солнечной батареи и пауэрбокса аккумуляторного и инвертора. Так что я доволен, работает, можно использовать. Жаль, только у меня маленький кабель. Солнышко уходило. И никак не заряжалось, не подзаряжалось. Так что все в порядке с ним. Можно использовать. Можно дальше что-то с ним делать. Так что еще раз всех с праздником Яни Пяевым. С началом астрономического лета. Всем удачи, благ и всего подобного.